среди многих красивых цветков, существующих в мире, неповторимым своеобразием формы и цвета выделяется цветок ириса. Ни фотографии, ни рисунок не могут передать игру цвета, фактуры, изящных линий этих изысканных цветов. Почти улавливаемый на ощупь бархатистость лепестков объясняется просто, они покрыты мельчайшими густыми ворсинками, видимыми под микроскопом. А вот отмечаемые многими авторами книг об ирисах мерцающие, искрящаяся игра света, объясняется особым строением клеток, создающим своеобразный оптический эффект. Цветок ириса, как живая скульптура, все части которой соединяются пластично и закономерно. Поражает и цветовое разнообразие этого чуда природы, бесконечные вариации оттенков и их комбинаций. Слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». Также в греческой мифологии называлась богиня, спускавшаяся по радуге на землю, чтобы возвестить людям волю богов. Название растению по имени этой богини дал Гиппократ, греческий врач-естествоиспытатель, который занимался классификацией лекарственных растений около 4 века до нашей эры.